Доброе утро. Такие деревья падают. Под ними с прибором ходил. Такие мощные. Подгнило, видимо. Не знаю. В общем, иду. Не знаю больше, что грибов наберу в этот раз. Или найду какую-нибудь еще дорогу. В общем, будем смотреть, куда и что ведет. Пойду по тропинке, пока не найду какую-нибудь очертания дороги. В общем-то, если видите видео, как обычно, я оттуда вышел. Не все еще в лесу. Погода теплая. Сколько там на градуснике было? 15 градусов. С утра. Время где-то около 7 утра. Ночью было тепло. Ладно, идем в каком-нибудь интересном направлении. Кто-то заметки вешал, туалетной бумаги. Когда рулон кончится, что, все? Беда. Березы тут уже на дрова разбирают. Ладно. Идем. Мне кажется, вот это похоже на дорогу. Даже какие-то следы проезда есть. Сейчас достаем прибор, что в лесу же. И движемся в ту сторону. Пойдем посмотрим, какие будут сигналы. От этого будет зависеть, что тут да как. В общем-то первый сигнал. Не знаю, отошел я. Восемьдесят один, пробка, скорее всего, какая-нибудь. Ну, посмотрим, что это. Нет, да. Осколок, эхо войны. Хорошо они звучат. Снарядов. Ничего. Ходим дальше. Такие грибы растут. Посмотрим, не червивые. Иду вдоль дороги. Под березовик. Уже, наверное. Хотя нет, вроде нормальный. Возьмем. Вот следы идут. По ним вдоль иду. Не знаю, что за следы, куда они шли. По идее, там была деревня где-то. И там деревня. Ладно, пакетик достанем для грибов и движемся дальше по следам. Еще один осколок. Нехилые такие были размеры. Глубоко было. Дорога чуть-чуть левее идет. Вон она, следы. Ладно. Иду. Грибы растут везде. Жарковато уж становится. Движемся. В общем, попадаются такие штучки. Это вроде где-то я видел такие. Это направляйки. В ящиках, что ли, лежали. В общем, такая штукенция. Такая была. Клёпаная. Конечно, рюкзак это утяжеляет. Ну ладно, идем. Пока есть дорога. Надо по ней идти. Рядом с тем местом еще осколок попался. Очень много здесь противостояний было. Погода сегодня все-таки хорошая. Тишина в лесу вообще хорошая. Причем не знаю, что это копал. Вроде покрыто в оранжевую краску. Тяжелая, блин. Современная, несовременная. Не поймешь. Весит. Килограмм полтора, наверное, этот кусочек. Значит, попробую палочками, может, чуть-чуть поковырять, посмотреть,
что он представляет из себя. Фух, жарковато копать. В общем, свинушки тут растут. Не, не беру. Долго и готовить, конечно. Ладно. Не в этот раз. В общем, поковырял, это какая-то, блин, соединительная штука, что ли, была. Между двух каких-то частей. Не знаю, тяжеленная все равно. Выкинул отсюда. Понятно, почему такой оранжевый цвет. Наверное, что-то современное. Я не знаю, оранжевый, что-то красили. Ребята! Смотрите, монета или что это? Или не монета? Да, похоже, монета. Сохран, конечно, непонятный. В общем, не знаю, что за монета. Питьевой воды не брал. Так уже рюкзак тяжелый. Но что-то есть. Потом посмотрим. Надеюсь, что это. Что схороняние убитое совсем. Значит, все-таки это дорога. Тяну радует. Ладно, берем. Прям вот по следам я иду. Ладно, находка. Иду дальше. Главное, со следов не уходить. Нашел бутылку на поверхности. 0,25 литра. Не знаю, в каком году такие были. Кто помнит. Возьмем, может. Может, старая. Некогда гуглить. Кто знает, напишите в комментариях. В общем, хожу тут еще. На пятый раз тут. Похоже. Хожу еще в районе места, где нашел монету, мало ли. Карман дырявый. Может, еще что-то здесь обронили. Пойду на пятый гляну. Так, ну это уже старые. Уже. Тут еще сигнал, пока дошел до опята. Так, вот опята. Ну, уже большие. Не знаю, смысл такие брать есть. Не буду брать. Поищем молоденькие, может, есть. Хотя, может, уже они и сошли. Так, где сигнал-то был здесь? Сигнал не очень. Но в лесу все сигналы хороши. Ладно, копнем, посмотрим. Так, ну это пробка была. В принципе, что и следовало ожидать. Ходят алкоголики. Кинем ее сюда. Следующего поколения. Им совсем не интересно будет искать. Ничего. Возвращаемся, ладно, на дорогу. Опять я не стал срезать. Не знаю, конечно, не. Хочу поменьше найти. Может, вон там. Здесь деревья крупные пошли. Чуть-чуть здесь походить. Ладно, еще посмотрим, куда дорога шла. Продолжим. Вон еще гриб. Блин, отошел, забыл пакет. Совсем памяти нет. Все это, вернее, неудобно со столькими делами сразу заниматься. Посмотрим, что гриб хороший, целый. У меня уже тоже съеденный. Да. Совсем заели. Что сегодня грибов нет, но монета уже есть. Что? Не. Что радует. Ладно, идем. Вон дорога идет, следы. Вперед по ней. Сверху прям лежит трос от техники. Не знаю, его брать не буду. Конечно, болгарку бы взял, можно было его помельче срезать. Очень объемно. Пусть лежит до следующего раза. В общем, дорога идет. Я иду. Надо пройтись вот здесь по крупным деревьям.
Вдруг кто-то привал устраивал. Еще что здесь было. Пробегусь и вперед вдоль. По дороге грибы собираю. Прямо на дороге растут. Фу, ну вот она идет дальше. Вот следы видны. Идем по ней. Вот здесь она пошла уже ярко выраженной дорогой. Вон она прямая. Не знаю, ходил я по ней. Может, это та дорога, где я дальше ходил. В ту сторону не знал, куда она идет. Ладно, идем. Лес вроде такой старый. В лесу попадается, не знаю, от пива, от водки. Воротынск. ВЗ. Винный завод. Что делал Воротынск? Звучат, конечно, они хорошо. Кому надо, кто собирает. В общем, дорога тут как-то раздваивается, видно. Грязь была объездная. Чуть правее, чуть левее. Пока я не понимаю, иду по какой-то. Здесь какое-то пересечение. Он, по-моему, моя прямее была, а это кто-то правее еще объезд был. Фиг поймешь. Она в этой траве теряется, в такой высокой. Сейчас, может, чуть-чуть вернусь назад. Где-то вот там она закончилась. Где-то она здесь должна продолжиться. Ладно, идем. И вот еще одна дорога шла, я, видимо, по ней ходил. Вот эти три дерева с разных сторон, это я помню. Чуть-чуть вернуться на мою дорогу, посмотреть, куда моя именно шла. Здесь как-то со всех пересечение какое-то. Вот дорога сюда пошла, оттуда я пришел. Или нет? А, значит, по карте посмотрю, короче. Хрен поймешь. Я не по такой хорошей дороге шел. Вроде бы. А я потерялась вот в тех кустах. А это очень хорошая дорога. Фух. Короче, ладно. Еще по карте посмотрю. Туда вернусь. И именно ту дорогу продолжу исследовать. Я понял, шел я по этой дороге. Вот здесь, видимо, она раздваивалась. Вот одна дорога направо идет, вторая дорога налево идет. Вот она. Здесь перекресток дорог, типа. Одна вот туда пошла дорога, а одна дорога правее пошла. Это, судя по тому, что она прямая, она вот туда и пошла. Налево дорогу куда пошла, хрен его знает. Не знаю. Правее я ходил. Что по ней пойти? Ладно, идем посмотрим, куда она шла. В общем, дорога-то есть, она такая труднопроходимая. Чертания, вот они. Блин, невозможно пока идти по ней нормально. Не знаю, кто там в таких дорогах клады поднимает. Я пока нашел только одну монету. Может, конечно, у меня прибор не тот, не той системы. Но я не жалуюсь пока. Что можно попробовать другим пройтись, тогда будет понятней. У меня они, как вы помните, глубиной одинаково дают. Катушкой, я думаю, особо глубины не увеличить. 5 сантиметров, если только начать. 5 сантиметров даст, только замучусь махать здесь. За все цеплять. Так что, ладно, иду дальше исследовать. Вперед. Здесь вышло опять пересечение дорог. Вот он. Туда пошла. Я здесь ходил. Какой-то сигнал. Ржавчина какая-то. Надо посмотреть.
посмотрим. В прямом эфире выкопаем. Куда-то пропало. Что-то здесь. Осколок опять. Ладно, идем дальше по дороге. Что делать? Надо ближе, конечно, к деревням копать. Там копать-то негде. Ладно. Бродим дальше. Попадаются гильзы. Стреляные. Не берем. Надо быстрее уже из леса выходить. То еще другие дела надо делать. Ладно, иду прямо, что. Посмотрю, что куда. Такие железки попадаются. Блин, я тащить не буду. Туда гильзы закину. Получается, я здесь не особо и ходил. Тогда бы это все обнаружил. Интересно, идем. Беру немножко опят. Блин, падают. Так, пакетик. Много не надо. Замучаешься перерабатывать. Так они кругом потихоньку растут. Еще одна дорога виднеется. Фу, запутался я в этих дорогах уже. Ладно, движемся по той дороге, по которой шли. Сейчас еще опять посмотрим немножко. И идем к выходу. Вот туда. У нас тут четкий сигнал. Посмотрим, что это. 89 какая-то. Люмишка похожа. Нержавейка. Алюмишка. В прямом эфире. Попробуем откопать. Где-то здесь. Здесь. Что такое может быть? Делайте ставки. Понятно все. Кусочек от снаряда хорошего. Хорошо звучат. С насечками. Очень много попадается. Мусор. Ладно, идем. Дорога вот. Те дороги или объездные какие-то, или куда-то они тоже шли. Смотрю. Или листьев. Или опять полно. Ладно. Нашел на дороге полподковы с гвоздями. В общем-то дорога, не знаю, лесные, какие-то не очень-то. Хабарные места, как говорят. Конечно, блин. Пят полно. Знаете, я, по-моему, до сюда зимой доходил. Чуть-чуть срежем. Все-то, наверное, нафиг не надо. Очень много. И тащить неудобно.
чуть-чуть срежем. Вон тут целое это семейство. Дятел еще стучит где-то сверху. Иду назад. Опять по дороге. Это уже другая. Что всякие крюки попадаются. Такие за ноздри медведем. Хуп! Надо где-то второй, чтобы за две ноздри в разные стороны тянуть. Грибов собрал. Они еще попадаются. Я уже не собираю. Уже нету времени на это. Движусь, в общем, в обратную сторону. Нашел. Ну, увидели, что я нашел. Одну монету. Надо еще искать места. Одну монету непонятного происхождения. Внеземную. НЛО, наверное, потеряли. Ладно. Движусь вот по этой дороге, но это тоже вроде старая дорога, но вроде и не старая. Хрен поймешь. Ладно, идем.